В целях предупреждения распространения коронавируса волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи организовали бесплатную раздачу защитных масок в торговом центре «Экватор». Такая поддержка сейчас просто необходима для наиболее уязвимой группы населения, а именно для пожилых людей. В данный момент большинство людей маски берут охотно, но есть те, которые отказываются. Это в основном люди, которые в возрасте 35 лет. А пожилые люди все берут маски и все понимают, что это сейчас необходимо. Старшее поколение на самом деле охотнее берет средства индивидуальной защиты, понимает всю ответственность. Радует и то, что в магазине не встретишь человека, который пренебрегает правилами. Все в масках, многие в перчатках. Торговый центр «Экватор» не единственное место, где проходят такие акции. Они сейчас востребованы, а потому работа в этом направлении будет продолжена. Помощь нашей категории уязвимой, так скажем, нужна. То есть это пожилые люди в основном. Им сейчас нужна как никогда помощь. И мы стараемся хоть такими мелочами, как бесплатной маской, как-то помочь им. И сегодня у нас порядка 300 масок будет раздано в торговом центре «Экватор». Организаторы акции «Старшему поколению забота и защита» сделали и продолжают делать все для того, чтобы напомнить брещанам о необходимости соблюдения респираторного этикета, а также о заботе о своем здоровье. Ирина Кузьмич, Тарат Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».